Так, я всех приветствую на моем канале. Сегодня я продолжаю играть игру под названием 5 ночей с Мишкой Фредди. Алло. Привет, привет. Привет. Видите, я ведь сказал вам, что у вас не будет никаких проблем. Фокси когда-нибудь появлялся в коридоре? Наверное, нет. Мне просто было любопытно. Как я уже говорил, он всегда был моим любимцем. Они пытались переделать его. Так. Ты, наверное, знаешь. Они думали, что первая модель была слишком страшной. А вот и Фокси. Поэтому они переработали ее. Чтобы была более приятной для глаз ребенка. И поместили ее в детскую бухту. Малышей оставляли, они развлекались. Ну вы знаете. Дети такие дни не могут просто держать себя в руках. Давайте послушаем. Персонал должен был буквально восстанавливать Фокси снова и снова после каждой смены. Так что в конце концов они прекратили и оставили ее. И делали игровой уголок разобрать и собрать. Теперь она просто набор частей. Я думаю, что сотрудники относятся к ней просто как к мусору. Прежде чем я уйду, я хотел облегчить ваши сомнения о таких слухах, возможно, о которых вы слышали в последнее время. Вы знаете эти местные рассказы, как приходят, так давай и уходят. Ой-ой-ой. И это может означать все, что угодно. Вот это опасно. Я могу лично заверить вас, что что бы ни происходило там, и как бы это ни было трагично, не имеет ничего общего с нашим заведением. Это просто все слухи, спекуляции людей, пытающихся на этом заработать. Она ушел. Вы знаете, наш охранник в течение дня сообщал, что ничего необычного не происходило. Скоро так, его смена слышу. Закончится. Ладно. В любом слышу, случае, слышу мне тебя. Пора. Я поговорю с вами завтра. Давай, удачи. И мне тоже удачи. Так, Бонни в левой вентиляции. Шкатулка еще полная. Так, ты вроде бы ушел, да? Да, Бонни ушел, но пришла Чика. Наследница Бонни. Ага, я не успел, да? Я не успел. Да. Да. Доли секунды, нам даются прям доли секунды, чтобы одеть голову Фредди. Маловато. Опять кто-то в коридоре появился. Самое раздражающее это то, что фонарик не включается после этого. Так все нормально. Так, Фокси ушел. На Фокси можно посветить один разочек и все. То есть он сразу уходит после этого. Ну не сразу, а через некоторое время. Так, Мангл все еще на месте. Даже если мы будем смотреть долго в камеры, то у нас будет предупреждение о том, что в коридоре кто-то есть. Да, вот. И вот это само предупреждение. То есть как-то забыться мы не сможем в любом случае. Опять Фокси. Ему не надоело каждый раз приходить. И он сразу же ушел. А нет, у меня не работает. А, Бонни старый. Старый Бонни. Он не близко, так что подзарядим пока шкатулку. Пропал. Но повторяется звук, хотя в коридоре никого нету. Вентиляция тоже. Ты переместился. Но это не мои проблемы. Обязательно постоянно заряжаем шкатулочку. Ну, опять ты, серьезно. Только что ушел. Ай-яй-яй, только не хай. Опа, Фокси, проверили. Не будет выходить. Не знаю. Но хай мне уже не нравится. Так, ушел. Мне не интересует твой хай, так что отстань. Успел? Успел, должен был успеть, должен был. Я смог. Да, я смог. То есть, и вправду...
5 Бонни. Фокси стал ближе, по-моему. Так, ну Фокси ушел в любом случае. Ждем, пока Бонни приблизится. Он ушел просто. И Бомбоя я не вижу. Куда все делись? А заряда энергии у меня все меньше и меньше. Самое страшное как раз таки в этом. А вот и он, да. Но пока он не вылазит. Так что все нормально. Но он только что ушел, да? Нет. Ага. Понял. Опа. Одеваем маску. Так. Бонни ушел. Чика на месте. А зарядим шкатулку. Так, Чика еще не вылазит. Заряжаем полностью шкатулку и все отлично. Нет, не успел, да? Слишком долго одевал маску. Да. Вот. Я уже не помню, какие параметры, чтобы защищаться от аниматроников, так что как-то будем определяться по сути игры, по ходу игры. Так, опять кто-то. Опять Фокси. Третья ночь построена на Фокси, как я понял. И что постоянно он не дает покоя, заставляет смотреть в коридор. Так. Все, Фокси нету. От Бомбоя Фокси мы умеем защищаться. Осталась Чика. Ну, возможно, Чика точно такая же, как и Бонни. То есть нужно просто моментально одевать маску. И в этом будет состояться вся суть. А, засчитать нее. Опа, Бомбой. Опять он. Hello. Так, в коридоре кто там? Бомбой всегда приходит с левой части. Как звали. Бомбой всегда приходит с левой части вентиляции. То есть какого-то разброса нету аниматроников. Каждый ходит по... Опа, ну привет. По заданной траектории. Постоянно притом. Так, опять Фокси. Давай. Опа-на. Бомбой идет. Зарядим шкатулку на максимум. Так, Бомбой, вот он. Так, Фокси ушел? Нет. Ну, Фокси ушел, появился старый Бонни. Так, Бомбой на месте, естественно. Зарядим полу шкатулку. Так, уже хотел одевать маску. Видимо, не понадобилось. Так. Ну, Бомбой не вылазит. А, он ушел даже. Так, зал в коридоре... А, в коридоре наоборот появился. Вот все. Опа, да. Одеваем маску. Это кто? Еще Бонни? Так, все ушли. То есть, действительно, как я и говорил, когда одеваешь маску, все аниматроники сбрасываются. То есть, откидывает их всех назад. Чика опять. Так, ну это Фокси, наш любимец. Не успел, опять, боже, я не успел. А, нет, успел. Удивительно. Непонятно, как я успел, если честно. Ну там прямо доли секунды даются, чтобы успеть одеть маску. Так, ну, старый Бонни в левой вентиляции. Энергии у меня полно, пусть я не трачу ее, по сути. Помехи какие-то сильные.
Успел, не успел? Надеюсь, успел. Да, успел. То есть... Очень сложно как-то быстро реагировать, когда появляется перед тобой аниматроник, как-то теряешься. Ой, кто-то кричит. Опять это по вентиляции, хоть это не бомбой, это Чика. Да, это Чика. Главное сейчас не просраться. 3 часа ночи. Так, заряжаем шкатулку. Так, уже был готов одеть, но не понадобилось. Пока спокойно, слушайте. Не давят, кроме Чики. А Чика ушла тоже. А, бомбой где-то. А, вот и Чика. Успел? Должен был успеть. Да, успел. Если после пару секунд, после того, как она исчезла, она не прыгает надо, значит я успел. Так, бомба где-то рядом. 2 часа осталось. Мне еще половина энергии, в общем. То есть бомбу я тоже рядом не вижу. Нигде при том. Если кто забыл, бомбой, если появляется, он появляется вот здесь. Стоит, играет свою музыку, и я полностью не могу пользоваться светом. А если не пользоваться светом, то на тебя может напасть Фокси. Если на него не светить и не следить за ним. Вот так вот. Свет пропал. Ага. Фокси опять ушел. Напряженно, напряженно. Так, ну бомбой где-то рядом. Так, да, появился старый Бонни. Ждем, пока он подойдет. Еще чуть-чуть, и мы выиграем. Главное подержаться. Шкатулочку опять. Я надел. Так, ты ушел. Так. Шкатулка, важно. Сейчас появится Бонни, да? Нет, Бонни как-то не захотела. А, они отбросились назад. А, опять появился Бонни, да? Бонни, это же ты? Нет, это Чика. Смотрите. Первый раз, по-моему, Чику вижу, чтобы она появлялась. Так. Но она все ближе и ближе. Давай. Это ночь. А, опять часов. Прошли. Спустя седьмую попытку, в общем. Да? Седьмая попытка. Прошла успешно. Опять я играю. Я аниматроник опять. Золотой Фредди? Или это обычный Фредди? Видимо, обычный все-таки Фредди. Но почему они на меня уставились вообще? А где нет, это золотой? Нет, вот Бонни. Это обычный Фредди и обычная Чика. It's me. Опять было написано в левом верхнем углу. 4-я ночь началась. Я думаю, на этом можно закончить. Спасибо за просмотр.